Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» проводит акцию «Офис в кармане». Среди клиентов, которые с 1 мая по 30 июня перешли на электронный формат получения квитанции, разыграли призы. Троим победителям вручили подарки – смартфоны. Это такая замечательная услуга, которой, правда, очень удобно пользоваться. И вот так неожиданно поучаствовал в акции, получил вот подарок. Очень приятно, спасибо большое и руководству, и всем сотрудникам «Самарэнергосбыт», что у них такое теплое отношение к своим клиентам. Электронная квитанция – это удобно, экологично и безопасно. Персональные данные клиентов всегда защищены и недоступны от третьих лиц. А также электронная квитанция всегда приходит гораздо раньше обычной. То есть с 1 числа, как правило, электронный документ уже находится на электронной почте. Ну и кроме этого, мы тем самым спасаем деревья от вырубки. Клиенты, которые подписались с начала 2023 года, уже спасли совокупно от вырубки более 100 деревьев. С начала года на электронные квитанции уже перешли 40 тысяч клиентов энергокомпании. Акция продолжается. Среди тех, кто откажется от бумажных платежек до 30 сентября, проведут еще один розыгрыш призов. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев. События.